Два тайма по 10 минут с небольшим перерывом. Мы будем подводить итоги сегодняшнего дня. Секунда игрового времени потребовалась Московскому банку для того, чтобы счет открыть. Ну, в новейшей истории наших соревнований это явно самый быстрый забитый гол на первой, ну, на второй, наверное, секунде, да? Получился забитый мяч. Великолепное начало. Сейчас мог быть еще быстрый ответ от банка ВТБ. Был бы интересный номер. У команд сегодня следующие результаты. У банка ВТБ 0-2 поражение от Газпром Энергохолдинга, 2-3 поражение от Сбербанк Технологии, 1-1 ничья со спецсвязью. У Московского банка 2-3 поражение от спецсвязи, но 2-0 победа над Сбербанком Технологиями. В общем, соперники-то одни и те же сегодня были у ВТБ и Московского банка, но здесь не получится их сравнить, потому что одним проигрывали, у других выигрывали, те наоборот, там еще и где-то ничья была. В общем, кто здесь фаворит, неясно совершенно. До начала тура Мосбанк был на четвертом месте. 9 очков было у команды Банк ВТБ на седьмой позиции. 3 очка. Но при этом на одну игру меньше было у ВТБ. ВТБ главные соперники на сегодня это Меридиан Энерго и Сбербанк Технологии. Газпром Энергохолдинг не берем, он взлетел высоко, 3 победы у этих ребят сегодня. То есть уже 15 очков становится. Классная передача без рукавников, мяч остановил. Здесь аут. Видно, что подустали футболисты ВТБ. Второй гол пропустили только из-за того, что на какой-то момент на прямых ногах встали, потерялись. Ну, если ВТБ не соберется, то дело может закончиться разгромом. В этом сезоне ВТБ и Мосбанк не играли. Вратаря подключают к этому стандарту. Душкин. Шилов на месте. Московский банк здорово мяч контролирует. Удар с лету близко.
притирку со штангой. Немного выше цели. Удар по пустым воротам. Душкин бьется. Вратарь сам пошел у ВТБ. Ну, не очень удачно он уже второй раз подключается к атаке. Пока подавляющее преимущество московского банка и по счету, и по моментам. Здесь все-таки был небольшой контакт с ногой соперника, будет штрафной. Опасно, и с линии ворот уже мяч выносит. Шилов снова забрал. Здесь казалось, что уже в упор наносится удар, но с первой попытки не получилось. Со второй выходит. Еще один гол. Только первый тайм, окажется, что матч уже можно заканчивать. Не сдается ВТБ, продолжает все-таки движение в сторону чужих ворот. Нужно, кстати, было сразу пробить, вратарь не успел бы вернуться, но не увидел этого футболиста Мосбанка. Вдвоем против одного защитника идут. Передачу можно было делать, но принято другое решение. 1-3. Достал здесь игроку ВТБ. Вот сейчас уйдут.
10 секунд. Время есть еще на пару передач и удар. Удар выше. Ну что ж, нас ждет интересный второй тайм. Начинается второй тайм. И так же активно он начинается, как тайм первый. Правда, здесь не удалось забить на первых же секундах. Смогли быть поражены ворота банка ВТБ. Сейчас у нас счет 3-1 в пользу московского банка. Свалил ВТБ. Вратарь вовремя выходит. Не было игры рукой. ДБМ долго готовила передачу, которая должна была стать решающей. Мусбанк снова на своей половине ждет шанса, чтобы сконтрить. Очередное попадание в каркас ворот. Активен ВТБ. Второй фул Мосбанка. Сейчас вратарь активно подсказывает. Вратарь ВТБ подсказывает, как нужно исполнять штрафной. Хотя, казалось бы, не его прерогатива. Передачу вратарю можно было делать, так как мяч пересек центр поля. Удар рядом с девяткой. Для верности неплохо бы Мусбанку еще один забить.
Так, последняя четверть заключительного матча третьего тура в конференции «Премьер». Не сдается банк ВДБ. Интересно сейчас сыграл, зная, что не должен касаться мяча. Все-таки его проводил, подождал, пока вернется защитник и вынесет его. Не получилось перекинуть. А вот здесь пустые. Шилов тоже не попадает, а мог наказывать своего коллегу. Вратарь ВДБ уже не покидает чужую половину поля. Рукавников мяч принимает. Стоило его и почаще задействовать в роли столба. Такими длинными забросами, в принципе, немного высокорослых в составе Сбербанка. Ух, момент опаснейший. Сейчас с линии никто не забил. Все пролетели мимо. Один на один выход. Навес Шилова. Минимальные шансы на ничью еще остаются у ВДБ. Сейчас, если забить. Ворота пустые. Кто будет забивать? Надо договориться. Ну, ребята, так заканчивать нельзя. Тайм-аут берет ВТБ. Thank you.
Последняя минута идет, и шанс у ВТБ. Чуть припозднил с ударом. Нет, это не пенальти, конечно. Трайк разыгрывает эту атаку, сберовцы. Шанс в финаль. Нет. Шилов просто достает с мячом 5 секунд. Нет. Да, нужно было расстаться. Все, 3-1. Победа Мосбанка. Ждем следующий тур.